Перед тем, как начать, пару слов, наверное, надо сказать о своем отношении вообще к Remedy, компании Сэма Лейка. Ну, первый Max Payne отличный, Alan Wake хоть и красивая для своего времени игра, да и сейчас я ее запускал на компе, она очень неплохо смотрится, но, как по мне, так игра не самая удачная. Мне просто неинтересно было в нее играть. Что касается Quantum Break, особо ничего хорошего я от него не ожидаю. Так что... Ну, посмотрим. Чуваки. Я не знаю, как это выглядит на телевизоре, но на 3К-мониторе это просто, блядь. Ксюх, иди посмотри, какое мыло! Иди посмотри! Посмотри, какая мыльная графика, просто жесть! Я такого вообще не видел никогда, это, наверное, 320 на 240 растянутое. Сомневаюсь, что он здесь. Я даже... Лучше пойду в кампус. Просто посмотри, даже, ну, настолько... Какой кошмар... Два полигона. Давай. Господи Иисусе. Етить. Короче, у меня раньше был показатель мыльности, типа топовая игра по мылу, это Need for Speed на PlayStation 4, там я вообще дальше метра не видел. Но по сравнению с этим, это просто срань, чуваки. Это такое ощущение, что 320 на 220 какой-нибудь растянули на 4К. Блять, это жесть какая-то. Блин, мне надо... Не, вы не поверите, я сейчас это вебку включу, погодите. Спасибо за подписку, Сандра Хунта. Я вообще не знаю, как в это играть, но... Сейчас, секунду. Вы должны понять, о чем я. Потому что я не знаю, как еще вам объяснить. Это дичь, это дичь. Сейчас. Где этот негр? Просто посмотрите, как... Блин, ну так непонятно, наверное, блин. Эх, не передать отвратительность графики вообще никак, просто не знаю. Как бы это сделать-то? Нет, вам не понять. Ладно, хрен с ним, короче. Это все лишнее. Все равно я не смогу донести до вас. Но это просто дичь, чуваки. То есть хуже графики я вообще ни в одной игре не видел. Лет за 10 последних, наверное. Ну, я ничего не говорю. Мы за сюжет болеем, прежде всего. То есть даже... Господи, какое мыло, ебать, блядь. Чувак, это не пасхалка про Макса Пейна, это дресня. Короче, типа Сэм Лейк, он киногик, и он всегда мечтал делать кино, а не игры по ходу дела, поэтому и Макс Пейн был весьма киношным, с кучей отсылок к киноиндустрии, и Alan Wake, и эта игра, похоже, больше кино, чем игра. Иди домой. Я клянусь, я вижу пиксели в этой игре, то есть такие здоровенные, квадратные пиксели, которые я видел в последний раз году в 97-м, когда я играл без 3D-ускорителей. Джек, твои руки... Не для скуки. Идем, пошли. Нет!
И тут я понял, что могу раздевать тёлок на улице. А, нет, спасти брата. Видали? MLG. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена себе не личное, нас убить хотят, Уилл. Мне очень нравится, слушай, как озвучивают второго брата. Я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я... прости. Ага. Ведь по сюжету ему 78 лет. Да сука. Да чё ж русские дубляторы ретарды. Я просто не знаю, как они голоса умудряются так херово подобрать каждый раз. Вот это геймплей. Вот это геймплей. Левый курок зажал, короче, левый коронный, правый похоронный. Тогда, блин, перестаньте нас палить. Блин, это прикольно, я 100 лет не прыгал в компьютерных играх. Дайте попрыгать хоть. Он как на сцене Большого театра. Ну, слава богу, хотя бы пули непробиваемые стекла в библиотеке. Я всегда говорил о том, что надо хранить. Надо хранить книги. Так, чувак хрунул ворот. Надо попасть в библиотеку. Ну и кто здесь управляет временем, а? Сучки. Классный ковер. У меня дома такой висел. Интересно, откуда они берут эскизы этих ковров? Неужели есть какой-то один эскиз на все ковры? У меня он, правда, на стене был. Пол был там, в доках. Черт. От этих зависаний не избавиться. Обидно, что нельзя передать всю вот мразотность вот через стрим. Вот каждому просто хочется вот Xbox и геймпад дать. Вот Уру хранил здесь личные вещи. Просто вот чтобы сами попробовали. Вот это было бы честно. Это как на RGG. Вот люди никогда не понимают, насколько может быть мерзкое управление, камера, цвета. Мерзость просто, мерзость самая настоящая. Че геймпад вибрирует каждую секунду. Вот че он вибрирует, я не понимаю. Ну, это у меня типа что, бомбит, что ли, в анусе или что это? Вот смотрите, он постоянно. Вот сейчас перестал. В процессе! Нет, опять вибрирует.
Вот, а еще он вибрирует, просто не понимаю. Ты там что, искупаться решил? Вот, вот, видите, я специально положил на стол, чтобы вы слышали, он подвибрирует. Да, немного. Подожди. Каждые секунд 20 немного подвибрирует. 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 Каждые 20 секунд. Вон. Вот что он делает каждые 20 секунд. Зачем? Зачем? Я представляю вам РКП. Джек, охранная система сработала. Атакуем, они Джек! Знают, что ты... Да ты что? Черт, это Джой! Вот! Ети. Другое дело. Да, блять, управление. Делали ублюдки. Античеловечные. Бля, их в ООН надо сдать. Нет, это так плохо. Отстань, мужик. Я не могу, даже не помогает ничего. Яйцо. Ни хрена мне везет сегодня. Пожалуйста, пусть это будет последний такой враг, пожалуйста. Я больше не буду грешить никогда в жизни, просто никогда. Я буду хорошим мальчиком. Хорошим, добрым мальчиком. Буду и только хвалить Xbox, если они хотят. Ох, да, да. Да, детка. Так. Прыгать. Не-не-не, не может быть, не, точно не прыгать. О боже, или прыгать все-таки. Ладно. Господи Иисусе, слава богу. Слава богу, не знаю, кто уж там на небесах, но как я рад. Так осторожно. Вряд ли сотрудники часто здесь ходят. Да уж, наверное. Нет, бля. Я даже в упор попасть не могу в этой игре. Все мои попадания это там, типа... Кабинет доктора Эмерл уже рядом. Случайное счастье... НЕТ! Тихо. Не хочу больше вообще ничего. Хочу домой. Я и так дома, но я совсем домой хочу. Туда, где меня любят и ждут. Нужно найти ее, пока зависание не кончилось. Речь мистера Сайрина имела успех. Хочу трогательные песни слушать. Мир летел ко всем чертям, но многоуважаемые гости наслаждались банкетом. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают, и зовут. Но не поймут они чудные, не поймут. Не до него последний шаг. И этот шаг длиннее жизни. Mm-hmm.
Я посмотрел. Это просто следующая композиция Корнелюка, которая здесь стояла. Я, пожалуй, поставлю себе диск первого Макса Пейна в угол экрана, чтобы помнить, что есть в этом мире что-то хорошее, сделанное теми же самими людьми, что этот высер, блять, ужаснейший. Я думаю, что они не со зла. То есть я думаю, что это просто получилось само собой, сука. Просто они не хотели, просто само вышло как бы. Они, возможно, даже и хотели как лучше. После Алана Уэйка, тем более. Игра ужасная, игра просто отвратительная. Неприятная, убогая, отвратительное управление, отвратительная графика, отвратительный сюжет. Все в этой игре просто жутко. Она вызывает рвотные позывы. И ничего, кроме них. Да чё ж безблагодатно, а? Ну, просто. Боже. Просто безблагодатно. Даже не хочется, как бы. Вроде какие-то сцены интересные иногда вокруг, но даже просто неохота. Вот просто неохота. Все, что показывали в трейлерах, в игре, в самой, вот, в экшене, выглядит совсем не так клёво. Я помню этот момент на мосту, тоже там было. Он ходил, типа, стволы доставал из рук у военных. Но это же обман. О, нет, опять этот чувак, которому в спину надо стрелять. Бог ты мой. Я думаю, Денис понимает, как это здорово. Он может услышать мой крик души, потому что даже просто забежать назад и нормально пострелять, это... Ну, это... До этого просто не активировались, и... Кнопка, которая... Ну, блядь, я не знаю, как они смогли это сделать. Вот серьезно, это настолько отвратительно. Ой, просто не хочу. А это мне напоминает концовку фильма «Вспомнить все» со Шварцем. Помните, как пиздрячило на планете, когда они на Марс выпали? Блин, надо, короче, матом это перестать ругаться. Денис на канале. Я сегодня реально ужасно мы себя веду. Мы заставили все так произойти. Ужасно. Головоломка собирается. Не до конца. Взрыв перенес вас во времени. Он унес вас в 2016-й. Я бы на самом деле вместо рецензии на эту игру, я бы на месте тех, кто делает обзоры, я бы вырезал вот эти кряхтения, крики, и 0 из 10 такое на экране, знаете, появляется. Или, не, лучше не 0 из 10, а просто коробка Quantum Break и Xbox, такие посередине экрана, и они такие... Вот это было бы охуенно, я считаю. Отличный монтаж был. Так и осталось там. Вместо этой коробки, которую они уронили, это должен быть Xbox с диском, короче, этой игры. После того, как она прикасается, это должно стать PlayStation'ом. Sony, покупайте идеи. Отличная реклама была бы. Нет. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам... О! Опять неубиваемым стал. Да сука, сколько в тебя попасть надо? Что, блядь, происходит? Ёб твою мать, даже, блядь, в московском снайпере он бы уже отъехал. Ой, етить, какая дресня просто. Да он, блядь, ожил снова! Что-то... Твою мать. Кто там, блядь, стоит? Т-1000, что ли? Ёб...
Убить хочу тех, кто это говнище сделал. Ну серьезно, ну это ж просто, блядь, невыносимо играть в это говно. Видели, как он сейчас Блин, посмотрите потом еще раз на повторе, как он сейчас улетел. Это просто обоссака. Вы, может быть, не заметили, но это очень смешно было. Давай, иди надо! Заряд противовеса почти на нуле. Нужно наполнить его хрононами. Дать ему прикурить от тебя. Давай! Продолжай! Директор живой, смотрите. На меня будто давит вся чертова вселенная! Амино. Противовес. Он исправил ход времени. Правда, он не восстановил разрушенного и не воскресил убитых. Но мир мы спасли. Джек. Уилл. Часы снова затикали. Давай. Давай. Да мы только что спасли Вселенную. Ага. Где Пол? Он убит. Его больше нет, не знаю, уже не важно. Уилл, он был неправ по всем статьям. Уверен? Уилл. Противовес сработал. Вот бы еще пластические операции работали точно так же, можно было бы уши с носом поменять своему брату, а то выглядит он хуже, чем Мо Сислок из Симпсонов. Парам-парам-пам. Благодарю вас за терпение и за помощь. Да не я за что. Спасибо. Ага, терпение-то как раз на исходе. Да, конечно. Прошу сюда. Мистер Джойс. Наконец-то. Думал, этот вечер воспоминаний не кончится. Вы были в самой гуще событий. Вы понимаете, почему нас интересуют подробности? Говорят, вы все спихнули на Пола? Заметное достижение. Пол Сайрин действовал всегда по-своему, вам ли не знать. Его авантюра нанесла огромный урон монарху, но компанию еще можно спасти. Вы могли бы нам пригодиться. Монарх изменился, мистер Джойс. Вы обладаете поразительными талантами. У нас же есть знания, которые вам сейчас очень пригодятся. Мы нужны друг другу. Еще играть? Да не надо. Ну, слава богу. Love Games TV. Все, хватит. Хватит с меня этого говнища. Это просто жесть. Такую парашу сделать.